Шагать в ногу со временем. Курсы компьютерной грамотности для пожилых волокжан открылись в микрорайоне ПЗ. Это совместный проект Центра по работе с населением и культурно-досугового центра «Забота». Уже через 2 месяца ветераны научатся работать с документами, фотографиями, пользоваться электронной почтой, скайпом и социальными сетями. Подробнее об этом Мария Поздеева. Это монитор, клавиатура и мышь. Для начала ученикам предстоит изучить устройство компьютера, а затем задание посложнее – включение и выключение. Многие пожилые волокжане эту чудо-машину так близко видят впервые. Галина Родичева научиться работать с компьютером мечтала давно. А когда узнала об открытии курса в Центре по работе с населением на Илюшина 12, долго не раздумывала. Это интересно и рядом с домом. Ну, во-первых, мир такой сейчас компьютерный весь. Это уже интересно. Во-вторых, общение хочется побольше с детьми. Они у меня не в Вологде живут, сын и внук. Так. Ну, может быть, для каких-то вообще пригодится случаев как-то. Вот расчеты какие-то. Обучаться компьютерной грамотности пожилые волокжане будут по проверенной, известной во всей стране программе «Бабушка онлайн, дедушка онлайн». Курс рассчитан на 2 месяца, по 2 занятия в неделю. На выходе ветераны смогут работать с документами и фотографиями, пользоваться электронной почтой, скайпом и социальными сетями. Освоить программу помогут студенты Московской юридической академии. Я считаю, что это больше как налаживание связи между новым и старым поколением, также это обмен опытами происходит. То есть мы чему-то учимся у людей старшего поколения, они у нас вот чему-то тем же самым, вот мы им учим навыкам работы с персональным компьютером, они нам учат там мудростью своей. Это действительно необходимо. Люди старшего поколения чувствуют небольшую оторванность от современной жизни, от современных технологий, поэтому для них это одни из самых популярных курсов, которые мы организуем. В Центре по работе с населением компьютерные курсы уже идут не первый год. Но территориально они были расположены на Козленской, это центр города, в микрорайоне в Бывайловом. Поэтому к нам жители зачастую тоже обращались, что вот на микрорайоне ПЗ хотели бы иметь такие курсы. Поэтому нам удалось совместно с «Заботой» такие курсы организовать в настоящее время. В итоге этой совместной работы уже около 2000 пожилых волокжан освоили интернет-технологии. И это не первый пример такого сотрудничества Центра по работе с населением с «Заботой». В разных уголках Вологды уже больше года работают кружки и клубы по интересам. Ветераны изучают английский язык, постигают новые тайны в рукоделии, узнают больше о здоровом питании. А главное, общаются друг с другом и не чувствуют себя одинокими. Мария Поздеева, Максим Тышковец, Вологда-Портал.